Глава региона посетил одно из ведущих сельхозпредприятий края – «Родник». Тракторы и комбайны там уже прошли техобслуживание и готовы выйти в поля. Как рассказали аграрии, предпочтение они сегодня отдают иностранной технике. Но и от отечественных машин полностью не отказываются, она служит резервом. С каждым годом все больше становится и немецких комбайнов краснодарской сборки. Класс! Это сегодня наш комбайн, который сегодня, можно смело сказать, тоже прижился на наших полях. Вот когда упрекали меня в том, что мы бьемся за наш класс, мы делаем неправильно, мы делаем правильно. Я тогда говорю и сейчас скажу, пусть выбор сделает наш сельхозтоваропроизводитель. А сельхозтоваропроизводитель выбор уже сделал. Посмотрите на количество этих комбайнов, здесь 3 стоит, и дай бог будет больше. Мы сейчас планируем еще 3 покупать. Продолжил обсуждение о проведении полевых работ Вениамин Кондратьев уже на краевом совещании. В этом году кубанские аграрии планируют собрать больше 14,5 миллионов тонн зерна.